Всем привет! Давно не виделись. Хотел бы вам сегодня показать обзор новой бритвы. Завод Стис. Называется Утро. Вот такая бритва. Обычная советская бритва. Утро. Бритва размера 5 восьмых. Вот. Семидесятого года выпуска. Вот такая вот у нее коробочка. Ну, как у всех стизов. Ничего необычного. Вот. Приобрел ее для коллекции и личного использования. Естественно, бритва как новая. Отличное состояние, требовало только заточки и выправки на ремне, что я благополучно и сделал. Значит, что можно об этой бритве сказать хорошего? Сталь уже поздняя советская. Вот. Не такая лютая, как эти сталинские стезы 50-х годов. Бритвой можно ковыряться, не бояться брить шею и разные труднодоступные места, в общем, там возле ушей. В целом мне бритва понравилась. Свое название «Утро» она оправдывает. Можно встать утречком и побриться. Не спеша побриться. Вот. Рекомендую эту бритву начинающим, так как она хоть и опасная, но не особо опасная в использовании. Приобретайте. Используйте бритву утро. Всех благ, удачи, пока.